Привет! Ну что, ребята, посмотрите, кто у нас в гостях. Вот скажите мне честно, вот прям пишите сразу в комментариях, вот видите вы этого человека впервые или уже знаете его давным-давно? Да, кто знает, напишите. Мне кажется, Галь, тебя уже просто знают абсолютно все на просторах интернета. Да, нет, это вам так кажется. Кто-нибудь, мне кажется, кто-нибудь обязательно готовил какой-нибудь твой рецепт. Я тоже надеюсь. И сейчас, конечно же, для меня большая честь, потому что Галя делает для нас и нашей семьи... Что, Галечка? Салат французских цыган. Сейчас мы его приготовим. Для этого нам понадобится листья салата, у нас будут на украшение, для украшения. В этот салат входит виноград, сыр, пармезан, ананас консервированный, майонез и чесночок. По вкусу берем 2-3 зубчика обязательно, но я возьму 5 зубчиков, так как у нас двойная порция. Все-таки мы у Алены в гостях, мы сейчас его наготовим в тазика 2 и будем целый день кушать. Ну что, давай приступим. Давай приступим. Говори, что делать. Я буду тебе помогать. Я тебе дам работу, да. Вот ты должна вот эти вот виноградинки, все ягодки вот так вот оборвать и перевязать их пополам. Ровненько пополам. Виноград у нас, естественно, без косточек. Отлично. Для салатика мы выбрали. Ну, а я буду нарезать ананас мелким кубиком. Сыр мы натрем на терке, майонез мы добавим, чеснок. Ну а солить, перчить этот салат не солится и не перчится. Ну что ж, приступим. Галя, вот ты пока рассказывала, мне вот такой сразу вопрос. Ты назвала его как еще раз, цыганский? Нет, салат французских цыган. А, французский цыган. Да, так, да. Расскажи, откуда этот салат взялся у французских цыган? Ну, и как он перекочевал в твой табор? Ну, хочу сказать, что к цыганам он никакого отношения не имеет. Придумал, там интересный один человек, который, ну, реально повар, он экспериментировал, приготовил этот салат. А цыгане просто шли мимо? А цыгане, наверное, мимо шли, услышали название и стали тоже его готовить. Отлично, отлично. Так, мелким кубиком, приблизительно как на оливье. Да, 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 совершенно верно. Представляем, что мы режем оливье. Оливье. Да, сейчас еще что-нибудь придумаем. Французский цыган. Вот тебе чашечка, Алёночка, и в чашку собирай. Ну и я туда же отправляю это наш сложное задание. Ананас. Ну что, теперь нам осталось натереть сыр на терочке, выдавить чеснок. Столько подписчиков, это... Ну, это есть какое-то... То есть тебя люди любят, понимаешь? Дай что Бог. Ты можешь посоветовать начинающим блогерам, таким как я и вообще многим, кто хочет начать свою такую бурную жизнь на Ютубе, на просторах Ютуба? Я поняла тебя. Вопрос прекрасно поняла. Снимай, снимай и снимай. Даже если вот... Он снимай, руки не оставляй. Чтобы руки не опускались, да? Да, вот одним словом говорю, снимай и снимай, и все получится. А если ты снимешь, потом бросишь, потом опять передумаешь, потом у тебя настроения нету, нет, надо снимать, снимать и снимать. Есть настроение, нет настроения, встала, включила камеру, улыбнулась, всем привет, и продолжай. Причесалась и пошла, да? Да. От бедра и пошла. Поверь, все было, поверь, у меня тоже все было, я чуть ли канал не бросила, было такое, что я уже все хотела бросить, но нет, не бросила. Блогерство, это касается абсолютно всего, ни в чем нельзя опускать руки, а верить в свои силы. На самом деле это очень правильно. Конечно, Ален, все получится. И тогда успех придет к нам обязательно. Да. Так, Ален, мы чеснок натерли на терочку, отправляем чеснок в салат.
Вот так вот. По-твоему, фрукты дружат с чесноком? Ой, ты сейчас попробуешь и скажешь. То есть это хорошая свадьба? Да. Вот тебе сыр. Отлично. Натирай на терочке. Я пока на мелкую терочку натираем сыр. Галь, скажи, пожалуйста, вот у тебя кулинарный канал. Откуда ты берешь идеи для своего канала? Вот скажи, пожалуйста, вот ты их, они у тебя есть в голове или ты что-то... Совершенно верно. Идей в голове полно. Ты не представляешь, сколько идей. Мы сразу снимаем 3-4 видео. А начинаем, знаешь, как с мяса будешь? Мы начинаем всегда. Говорю, давай, ставь камеру, сейчас сегодня будем видео снимать. Он, сколько будем снимать? Ну, одно видео, а снимем быстренько. И ты знаешь, я на ходу начинаю, давай вот это, и у нас получается 3-4 видео сразу снимается, представляешь? Ты, откуда у тебя вообще любовь? С детства? Да. Я вот как ты помнишь детства. Себя? Вот как я помню себя. Скольки лет вот, ты уже стояла на кухне? Ты знаешь, я с 10 лет полностью готовила уже. Ну, 8-9 лет я уже курицу могла полностью общипать. Как говорится, я со школы приходила, а дедушка чайник закипятит. У нас бабушка ушла из жизни раньше. Я со школы иду, а дедушка говорит, ой, пришла, молодец, чайник уже закипел, пошли резать курицу. Он зарезал, я ее там... И он говорит, так, вот так разрезай, давай вот так вот перерезай. Ну, там мне поможет ее разрезать, естественно. И суп варили с ним. Вот так вот я научилась уже с 9-8 лет там что-то делать, а в 10 лет я полностью сама готовила. Пожать тебе руку. Спасибо. Потому что я тебе хочу сказать, что я то же самое делала в своем детстве. Ну, ку-ку, конечно, я не щипала, но любовь именно готовить у меня именно была с детства. И знаешь, что самое интересное? В доме, я думаю, у многих хозяек была кулинарная такая книга, вот большая, коричневая, я еще помню, с подписью. С кулинарными рецептами. И это были не просто кулинарные рецепты, когда 2 яйца, там 100 грамм муки и так далее. Это было 20, возьмите 20 яиц, 2 килограмма муки и все остальное. Я сидела, помню, ребенка, мне было 9 или 10 лет, и я вычитывала вот, как сказать, рецепты, которые, естественно, я думала, какие продукты у меня есть. Я сидела, считала, естественно, я же не могла 20 яиц пустить в готовку. И я сидела, высчитывала, сколько мне нужно было взять яиц, муки или сахара. И вот по этой книге я готовила, помню, еще ребенка. Вот правда. Но я с детства играла с ножичком на лавочке. Все игрались в прятки, а я сидела, траву нарву такую кучу. И сижу целый день на лавочке, нарезаю. Вот и научилась резать. В жизни просто так многие вещи не происходят. Да. Я листочки выложу на блюдо, вот так вот. Можно их порезать и в салат. У меня на канале есть такой салат, но я туда не клала эти листочки. Можно и без них. Ты решила проявить здесь свое мастерство. Именно вот эти листики салата, они очень сюда идут, к этому салату. И когда вот салатик набираете, прямо вот вместе с листочком, вот тогда будет классно. Он такой нежный вкус получается. Вот так вот. Галь, а вот блюда, которые ты готовишь дома, все, вот ты считаешь, вот, все ли блюда одобряет твоя семья? Бывает такое, что, знаешь, ты приготовила. Они не едят, да? А они говорят, Галя, ты вот извини, конечно, было такое... девушка, но вот я тебе расскажу. Как это можно есть? Тем более показывать людям на телевидении. Смотри, я всегда, когда готовлю уже проверенный рецепт там на камеру, я знаю, что я без камер сперва пробую, готовлю, экспериментирую. Но был такой вариант, когда я попробовала по чему-то видео, там по какому-то там рецепту в интернете посмотрела и попробовала приготовить. И я приготовила, я пришел с работы. Он как попробовал, говорит, Гала, это ты их приготовила? Что-то это не твой рецепт. Это невозможно было кушать. Мы сегодня или вчера, мы тоже об этом именно рассказывали. Вот, я вспоминали. Один в один по виду, и он спросил, я реально это покажу. Я показала ему это видео, он говорит, это один в один приготовила. А почему странно такой вкус? Ну, такой вкус. Точно такая же ситуация была и у нас в семье. Я вообще всегда готовлю, я экспериментатор. Я люблю придумывать рецепты сама. Да, я могу взять какую-то основу, добавить идею от своего. Берем, да, это для меня, мы тоже сказать, если я этого не сделала, значит, это не я. Вот. И тоже вот так вот несколько лет назад попался ролик с громким названием. Этот салат там что-то съедается первым, все гости его, ну вот все в этом духе.
Ну и я такая, я прям как помню, знаешь, вот как вчера это было, я так все посмотрела, вроде думаю, продукты нормальные, доступные, сейчас буду готовить. Андрей заходит на кухню, я тут вовсю уже кашеварю, а он говорит, ты что готовишь? Я говорю, узнаете. Так, ну мне интересно, что ты готовишь? Я говорю, новый салат. Приготовили мы этот новый салат. Такая, смотрю, вся семья так... Что-то так не очень. Я попробовала, думаю, бывает боже такое, да. Мой. Вот у нас была такая. Думаю, а причина-то в чем? На самом деле все продукты в этом салате, они были прекрасные. Просто несочетание какого-то, каких-то продуктов дают ну, отрицательный, да, такой момент. Итак, Алена, мы с тобой все подготовили, нарезали, натерли, приготовили листья салата. Я отправляю майонез. Майонез у нас 200 грамм, так как у меня двойная порция. Это немного майонеза, это нормально, так как у нас много сыра, 400 грамм, поэтому это будет отлично. Сыр. Весь или частично? Мы немножечко оставим сверху для красоты. Салат нам осталось перемешать, выложить на блюдо и подать на стол. Ну а рецепт вы найдете у Алены под видео в описании. Вот такой мы салат сегодня приготовили с Аленой. Да, Алена? Да, Галя. Дорогие подписчики, я вообще хочу от себя сказать, что я безумно рада, что сегодня канал «Галина Кухня», Галина с ее семьей, с Игорем, приехали к нам в гости. Спасибо тебе огромное. И вам спасибо, что пригласили. Да, за то, что ты пришла к нам и поделилась своим цыганским французским салатом. Я думаю, что представлять эту женщину, конечно, вам не нужно. Вы все ее давно уже все знаете. Канал «Галина Кухня». Ссылочка будет в описании. Пожалуйста, подписывайтесь спасибо. На канал. Спасибо. Переходите, спасибо, пишите Лена. Комментарии, напишите. Спасибо. Галочка, привет! Да, мы спасибо, тебе да. от Алены, чтобы спасибо. Гала знала. Вот. Ну и, конечно же, до новых встреч на канале. До новых видео. Да. Андрей с Аленой. Да. Всем пока-пока. Пока-пока. Да, рецепт найдете под видео у Алены в описании. Да. Также под видео у Алены найдете ссылочку на мой канал «Галина Кухня». Галина? Нет.